Для того, чтобы нарисовать карандашом, да, нужно иметь карандаш, нужно иметь холст, да. А для того, чтобы нарисовать на планшете, нужно иметь палец. Тоже есть очень специфическая область. Это так называемые адопты персонажей. Ну, когда дети рисуют картинки, сами придумывают персонажи. Почему адопт? Это усыновленный. По-английски адопт – это усыновить. Вот. И они придумывают персонажей и как бы их тоже выставляют, продают друг другу. Можно оцифровать живопись, и она ведь тоже превращается, ну, в своего рода форму цифрового искусства, да? Вот. Или там фото, оцифрованное фото. Вот. И та же музыка. Она сейчас, ну, в огромном количестве именно цифровая, да, и живую превращают, опять-таки оцифровывают ее, да.